дорого. Отварной тунец – это не роскошь, это средство кайфа жизненного. Потому что вы можете прийти в любой магазин и посмотреть, сколько стоит консервированный тунец в собственном соку, либо в масле. Поверьте мне, это недорого. Но при этом мы берем хлеб, мы берем, приправляем своим любимым мазиком, ну хоть чуть-чуть, но нам надо зимой, чтобы пережить зиму, нам нужен подкожный жир. Мы все-таки как тюлени, понимаете? Поэтому это уже становится вкусно и в меру, соответственно, полезно.